Вот у меня детки на один месяц в такую группу придут. Вот. В общем, наверное, нужно объяснить, потому что кто из нашего города, те в курсе, кто нас смотрит из других городов, не понимают, почему наши дети пошли в другой сад. В общем, в нашем городе придумали такую фишку. Детские сады веером закрываются летом на один месяц. Половина садов июнь, половина садов июль. И неважно, есть у родителей отпуск, нет у родителей отпуска. Ну, конечно, по заявлению места детям предоставлены в других садиках. Также вот в июне у нас в группе и у Василисы, и у Снежаны были другие детки из других садиков. Вот. И поэтому вот июль мои дети пошли в предоставленное нам место в седьмом садике. Большое спасибо, что нам предоставили в одном садике всех троих, чтобы мы их не развозили по разным точкам города. Вот. Но так как этот садик компенсирующего вида, сюда ходят детки со слабым зрением, и заведующая посчитала, что ей будет удобнее создать просто одну группу для детей из других садов, чтобы они не контактировали с теми детьми, скажем так. Иначе за ними сложно следить, они все бегают, они прыгают, они падают. Ну, в общем, это их дело. Нам группу предоставили, спасибо. Но группа предоставлена без игрушек. Пустая. Ну вот к нам детки приходили из других садиков. Их не заставляли приносить ни канцтовары, ни игрушки. Дети на месяц были обеспечены тем, что было в наших группах. Нас попросили купить канцтовары. Мы им в пятницу уже вот отвозили полный пакет. На всех троих понятно, что это пакет не маленький получился. Вот. Потому что план воспитателю все равно спустили, работы с детьми. А канцелярии даже минимальной не было вообще. Ни листочка, ни фломастера. И игрушек то же самое. Выдали просто один ящик со старым лего, с крупным. Ну, в который играют там двухлетние малыши. И все. Ни кукол, ни посудок, ничего. Нет, вот кукольный домик там у них, но играть им нельзя. И трогать его нельзя. В общем, вот так. Как когда у нас в садике карантин и убирают все игрушки. Вот. И то оставляют те, которые можно помыть. А тут вообще игрушек нет. В общем, мы сегодня две машинки оттащили. Кукол у нас таких нет. Они все какие частично мягкие, частично они, значит, из пластика. В общем, я не знаю. Но не очень-то хочется домашние куклы в садик тащить. Ну, в общем, вот, я объяснила. Нам месяц, потерпим мы этот месяц. Дома мы их держать деток не можем, потому что у нас нет ни бабушек, ни дедушек. Некуда нам их сбагрить, скажем так. В общем, будем ездить в другой садик. Понятно, что он даже не в том районе, где мы живем. Но у нас машина. Посчитали, что это будет удобно, если мы на машине.